Ну что, вот подходит месяц к концу. И что? Год? Год на вегетарианстве? Нет мяса, нет молочки. Без всего. Жив-здоров. Осталось только анализы сдать. Вот. И посмотрим, что там по веществам различным. У нас сегодня дождик. Так вот, кому интересно про вегетарианство? Дождик, дождик. Пишите. Мяу. Собачка, а лав-то. Ни разу не болел, кстати, за весь этот срок. В прошлом году, в апреле мы полностью отказались от мясницкого. Я от молочки, зубы на месте, от зеленого чая, правда, не такие белые, как хотелось бы. Но схуднул паренек, конечно. Пишите, спрашивайте, расскажу поподробней. Год вегетарианства. Всем удачи и здоровья. С вами Николай Шахматный. Всем пока.